в этой серии. Фейспалм. Я сдался на орбите планете. Помогите мне кто-нибудь. Все. Ген, чек, юр, оксиген. Что-то там, виапон, 2-3 унтель. Что это было? Встаем. Уютная комнатка. Не знаю, смотрю на эту комнату, мне что-то фильм «Игра Эндера» вспомнилось. Угу. Ты смотрел? Да. Так. Пока что это есть, но этим пользоваться пока что нельзя, как я понял. Что? Place? Что-то я там подобрал? А что подобрал, не понял. Так, вот с этим можно повзаимодействовать. Сесть я могу? Могу. Прикольно. О, разные задания. Прикольненько. Так, ладно, в баню. Ух, его в этом так подфризит, потому что у меня просто SSD, а не NVMe. По какой-то еще причине. Во многом Space Engineers мне напоминает, но только тут с графоном, конечно, получше. Тут на Mass Effect очень похож, только от первого лица. Угу. Так. Куда бы нам... О, прикольно, так можно?
Да, новостей в лифте не хватает. Не хватает музыки. Когда ты вот едешь в лифте с двумя компаньонами, компаньоны еще там болтают, стоят, а тебя еще и музыка играет. То мне всегда веселили именно новости. Постоянно что-то новенькое. Какие-то чуваки бегают. Игроки. Что это было? Первый баг. Похоже было на игроков. Нет, это дверь сквозь меня пролетела. А. Это NPC, очевидно. Даже местами киберпанк просвечивается. Вот мне. Так, а что я могу здесь купить? Продать? Логин? You have no science fins. Log out. Так, этот чат сверху слева, он мне сейчас не нужен. Как мне его отключить? Skyline. Ага, написано. F12. Угу. Все, хорошо. Привет. Something I can help you with. Make a delivery. Make a pickup. How it's going? How it's going? Yeah, it's fine. It's not like this is a really exciting job or anything. They ain't making spectrum shows about what I do. Спектр, да, я знаю, спектры крутые. Goodbye. Так, тут похоже, что это можно продать или получить. Вот эти подфризы, конечно, они угнетают. А ну-ка, давай-ка проверим. Я сейчас поставлю качество стрима. Допустим, на самый минимум. Вот так вот. И будет ли у меня меньше фризов от этого? А я так могу встать? Ладно. И прикинь, на каждую эту звезду можно было бы прилететь и сесть. Ну, на ее планету, точнее. Звезда не обязательно с планетой должна быть. Ну, грубо говоря, в каждую можно было прилететь и поисследовать. Mm-hmm. Я очевидно, я думаю, что эти лаги больше из-за SSD моего. Нужно NVMe покупать обязательно. Hello? Прикольно, могу ей вертеть. А, как мне снять шлем? Так, а как снять шлем? Кто-нибудь? Вот это капец флешбэк к Mass Effect. Ну, не совсем, там броня получше бывает. Хелмет, умный кьюб. Ну, в первом Mass Effect меня броня жутко бесила. Так, а я сохранил экипировку или нет? Не сохранил.
Так. Так, ладно, с этим потом разберемся. В баню. Я хочу выбить газировки. Похоже, вот здесь я могу заказать свой корабль. Так, ну и где здесь мусорка? Something or what? Hey. О, вот она, мусорка. Не понял, куда она исчезла. Ладно. Теперь вопрос, где мне заказать мой корабль, который у меня уже должен быть. Буррито? Ее надо было делать наоборот. Да, здесь все корабли рекламируют так, словно их реально какая-то фирма произвела. И тут реально разные корпорации есть, разные производители разных кораблей. И смотришь постеры. Теперь реально пытаются продать корабль. Реально киберпанк какой-то прям. Или все-таки Mass Effect? Да там стилистика недалекая.
что у Киберпанка, что у Mass Effect, все это будущее. Но все плюс-минус одинаково пляшет рядом. Где мне купить, точнее заказать мой корабль? Это что такое? Банкомат. Угу. Коллизия есть. Видел игрок только что меня подтолкнул. Угу. Видишь, тут все подписано. То есть ты только что зашел в этот, в магазин одежа. Там написано было. Там только что ты прошел, там эмо было написано. То есть этот. Ты понял. Ну как в реале, в общем-то. Патроны, вся фигня. То есть тебе, ну, логично, нужно искать что-то с чипсами связано. Касаба Аутлет. Магазин одежды. Вот еще один игрок слева стоит. То есть вроде voice чата нет? Или есть, но он, по-моему, внутри команды, но это не точно. Фиг знает. Что-то там Astro Armada. Я не понял, что произошло. Паркур Плаза. Амма. Что-то там. Японский городовой. Вот здесь обычно начинаются большие проблемы. В такой подворотне. Да где этот корабль? Голограмма сквозь текстуры просвечивает. Угу. Так, здесь, похоже, что-то связано с серьезными дядьками. Демонстрация какая-то. Я нашел корабль. Угоним его. Только ты отсюда не вылетишь. Ну почему? Может быть, можно разбить вот это вот стекло? Так, пробуем. Так начинаются эпичные истории. Вот так. Все было хорошо, пока включаем не зашел на станцию. Включаем электричество. Так, какие системы онлайн? А я не вижу, что что-то здесь было в онлайне. Где все показатели? О! Первое, что отмечу, вот ты в кабину залез, мне уже нравится то, что ты чувствуешь, что ты сел за что-то крупное, блин. Да, ты вон, посмотри. А вот с управлением, вот мне интересно, насколько оно. Потому что вот Space Engineers там тоже очень хорошо чувствуется, по чувствительности именно.
передать смогли. А тут тоже интересно каково. Эй, 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 куда, куда это я вылезаю? Пошел в жопу, типа. А ну-ка, извините меня. Сейчас, подожди, давай-ка я попробую внутрь. Денег нет, а пошел в жопу, значит. У меня есть 25 тысяч уек. А-а-а. Это, видимо, я в турель сажусь. Да, похоже на то, кстати. Или я внутрь залез. Че это? Будто, знаешь, в багажник москвича тебя положили. Так, вроде на Т был. Так. Мне кажется, или у меня вылетела игра? Или меня сейчас в тюрьму посадят? Нет, похоже, что это был вылет. Или перезагрузка сервера. Возможно, бы это был рестарт сервера. Ну окей, давай еще раз зайдем. Только выберем сейчас другую станцию, потому что что-то я вообще нифига не понял, в чем здесь вообще дело. Так, Extension System. А пока ты грузишься, я поставлю себе кофеек. Давай. Ну, тебе через 4 дня, а мне сегодня, оказывается, я прозевал. А, кстати, с днюхой. Да, спасибо. Желаю тебе крепкого здоровья, финансового достатка для реализации любых своих желаний и задач, а также титанической удачи в самые важные моменты. Спасибо. В твоей жизнедеятельности, скажем так. Твою мать, 21 год, я нифига еще не успел. Ну почему же? Ты сейчас работаешь в команде проекта, одного из известных проектов по Расту. Впереди у тебя разработка своей игры на базе движка Unreal Engine. В составе команды молодого разработчика. Нет, Вить, я знаешь, что максимум смогу? Это, наверное, саундтрек писать, потому что я хочу в музыку уйти. Ага, я только за... Поэтому музыку до твоей игры я с радостью бы написал. Окей. Так, ладно. Ну, слушай, смотри-ка, у меня тут одежка какая-то есть, могу ее взять? Все то же самое, та же комнатка. Или да, ты ту же базу выбрал? Я ту же базу, потому что я что-то мне не дали право выбрать новую базу. Но смотри, игра вроде как-то поплавнее пошла. Похоже, что все-таки сервер тоже на это дело все влияет. Знаешь, мне кажется, сейчас просто они запустили ж дофига народу. То есть для них тоже такой, грубо говоря, стресс-тест. Проверить, а ну, что будет, типа. Смотри-ка, заметил, у меня до этого был 6-й уровень, сейчас 1-й. Угу. Так, ладно. Тут или два варианта. Или это из-за того, что я стрим поменьше сделал. Или из-за того, что... Не знаю, все уже прогрузилось у меня. Или из-за того, что сервер перезагрузился и стало попроще. Так, поехали. Флор 1. Окей, поехали в Grand Floor. Так. Вот здесь я вижу разные лифты. Следовательно, они могут нас направить в нужный нам ангары. Нет, вряд ли. Вряд ли, вряд ли, вряд ли. Трейд. Наверное, мне нужно в УЮ
отдел. В ее отдел. Ну, чисто с логических соображений, взлетопосадочные там платформы, они должны где-то быть на краю станции. В центре вряд ли их они будут ставить. Но то... По идее, может быть, вот эта вот штука с платформами всякая связана. А затем... И около нее лифт, в который ты садишься и куда-то там отправляешься. Зона 3. Ну, здесь топливо есть? Да. А если оно закончится, повиснешь. Киргец, да? Блин. Тоже круто. Бар. А ну-ка посмотрим, как здесь тусят. Привет. Очень много одинаковых персонажей. Я где-то его увидел уже. Аккуратно, а то чернокожие ребята могут обидеться. Ну... One second, alright? Alright. Окей. Но нету ни Шестов, ни Азари, никого нет. Ну, не хватает Азари. О. Ну вот тебе Азари. Нет, это голограмма, которая гид по цитадели. Все так прикольненько. Привет. Я бы даже это не баром, а кафешкой какой-то назвал бы. Циклон. Машинка. Ты можешь прям на корабль загнать машинку и на этой машинке кататься где угодно. Я хотел Space Engineer сделать Мака, но я не решил проблему возврата назад на корабль. А тут просто берешь, закатываешься и готово. То есть спуститься ты спустишься, а подняться, оторваться от земли, ё-моё, там ни топлива, ни силы не хватит. О боже, как же здесь заблудиться-то легко. Потому что ты впервые здесь, ё-моё, а потом когда разведаешь, это как знаешь, как новый город для тебя. Зайдешь, думаешь, ё-моё, где тут, чё тут, чё такое большое? Смотри, потом... в Астар-Армаде мы были, а вот здесь у нас какая-то... Рестейс, домик. Это персонал. Откройте. Вот ми ваши. Написано. А, персонал онли. А. Понятно. Ну, конечно, неприятно, что 30 кадров он показывает. Может быть, я смогу какие-то настройки здесь графические? Не знаю, мне плевать. Мне нормально. Quality поставим medium. Правда, текст я прочитать не могу. Да не, ничего не поменялось. Сколько было, столько и осталось. Ты смотри, может там процессор с ума сходит. А видеокарта там... Просто сидит, нюхает все это дело. Сейчас посмотрим. Так, ну да, процессор у меня нагружен на 100%, а видеокарта на 39%. Ну да, видеокарте вообще насрать ведь. И я не удивлюсь, если у тебя там процентов 12 Discord собирает на это, на стрим. Процессор. Это Discord очень много жрет. Ну тут стрим еще идет. Еще и стрим. Ну стрим это больше на видюху, мне кажется. Так, ладно. Крайне интересно, что мы
делали. Вот я и задумывался уже не раз. Может, стоит, если мне ноутбук брать, то видеокарту можно не заморачиваться, лучше взять процессор помощнее. Не, если речь о видеокарте, то о ноутбуке точнее, то делай акцент и на видеокарту, и на видеоуху, поверь. Это я тебе говорю, человек, который 8 лет просидел на слабом ноутбуке. Чего, как ты залез сюда? В прошлый раз. Все, запретили, нельзя. Типа рестартнули сервер, потому что я это сбегал, чувак, приколами занимался. Да обойди, может там, ну. А, нет. Залез. Или нет? Еще нет. Ну, пожалуйста, типа. Не, ну, головой об стенку не бейся, пойди посмотри, не, может, сейчас я вот так вот. Опа. Ага. Так. Нас так просто не остановишь. Так, ну здесь не очень интересно. Так. Цена товара. 1 миллион 284 400 УЕК. У меня на балансе 24 тысячи УЕК. Нормально. Всего лишь. Блин, такой маленький корабль столько стоит. Это пипец. Не, ну с другой стороны, тут вопрос в том, как эти деньги, насколько тяжело их раздобыть вообще. Ну смотри, открываем наши задания. Тек. Ну видишь, ты еще плюс буррито похамал туда-сюда, и у ну, тебя это... уже не 25. Ну это все равно мелочи. Так, вот они, контракты. Одна миссия у нас 8 тысяч. А надо миллион, да? По поиску 9 тысяч. Какая-то еще на 3000. Мне интересно, сколько на майнинге заработать можно. О. Мне кажется, на майнинге заработать можно больше намного. Во, смотри, задание. 22 тысячи. О, 45. Ну, это, наверное, тяжелое задание. Баунти Хантер, 10 тысяч. Ну, это там можно влипнуть, мне кажется. Ну, чем больше денег, тем, как награда, тем больше... шансы влипнуть. Ну да. Я не знаю, я люблю простеньких заданий много делать. И так раз вот там в несколько столетий сделать какую-то одну очень тяжелую задачу. Блин, кабина, панели, все как Space Engineers. Это пипец. Класс. Только там на панели можно было свою информацию всю выводить. Я не знаю, тут можно. Так. Strafe up with space bar. Ship combat your spaceship energy weapons will run out of power when used to frequency. Мой ужасный английский, Алов. Что-то Вить, там. Ну, блин, это если бы я знал, можно было бы такое говорить. Так, это что ты... это я нажал на tab? Ну, вот это что-то ты нажал, Витя. Скан. Что-то тут сканировать можно. Так, а где кнопка включить ядро? Ну, все равно ты отсюда не вылетишь. Ну, это было бы забавно, если бы они это не предусмотрели. Если бы это можно было сделать, он бы тут не стоял уже. Если бы это можно было бы сделать, то террористические акции в этом торговом центре были бы слишком частыми. Блин, вот справа кораблик на постере висел, вот мне нравится пипец. Который? Да, слева уже. Это что? Нет, слева. Еще. Это право. Да я знаю, что это право, просто я тебя не понял. Лево. О, блин, уже поменялось. Ну ладно. Ну этот крупный, блин, пипец. Ну ладно, ладно, его уже промотало. Его сейчас снова же покажут. О, да, вот этот. А, это Avenger Stalker. Если не ошибаюсь. Угу. У него есть небольшой трюм, там на 8, по-моему, карго. Японский городовой, да куда мне идти-то?
Не, ну ты говоришь, куда идти, но тем не менее ты на одном и том же месте топчешься уже. Сколько времени? Ну хорошо, подскажи мне, куда мне идти? Да, я ж не интересовался этой игрой вообще ни разу. Ну видишь, какое-то новое место все-таки. Завод какой-то. О, это мое оборудование, я на него учился. Хорошо, рассказывай, что это такое. Что они там делают? Роботизированные сварщики сваривают детали. О. Ну что вы мне тут подскажете? Эй. Эй. Типа можно пригнать сюда свой кораблик, они тебе его починят, если ты там что-то где-то... Где-то астероид, может, поцеловал и еще что-то. Ой, что это такое? 28 тысяч уек? Какие-то штуки для корабля? Такой купил, да. И все, остался без денег в начале игры. Мне интересно, тебе вообще корабль имеется или нет? Ну, у меня должно быть несколько кораблей, которые мне дают потестить. Как мне интересно, я могу пойти к этому кораблю и посмотреть, что там вообще происходит? У меня невидимая стенка. Разработчики хитрые. Или я просто не понимаю, как это работает. О, что это у нас тут такое? Починить кораблик. Ты видишь, это мастерская какая-то. Ну это понятно, по шестеренке там. Да, вся фигня сейчас будет. Ну тут, короче, можно купить всякое разное оборудование на свой корабль. Так, ладно, прикольно. Скажите, пожалуйста, где я могу... Где ангар? Где здесь ангар? Где... Ангар. Вот тоже они никогда не смотрели. Вот ты зашел, да, впервые в игру. Чё, где, как, куда идти, куда бежать? Это же Альфа. Тут, в принципе, изначально, как бы, люди приходят тестировать игру. Чувак, ты здесь сидишь, ждешь. Чего ты ждешь? Лучше подскажи, где ангар, тварь. Сидит, смотрит, понимаешь? Да. Вот это точно уже больше похоже на Mass Effect. Типа такая броня. Да. Ну, может быть, вот это вот. Ага. Тик Ангри. Ну-ка, как это так выглядит? Что я там нажимал? Ай, ладно, не важно. А, все понял. А, все понял. Войне. О, у меня пистолет есть. Прикольно. Сталкер, на нашем судне оружием не машут. Ага. Будь добр, спрячь пушку. Оружие убрал. О, смотри, вот это чем-то похоже на ангар. Или, да, на место, да, где... Да, утешай. Кто-то что... Да ну, спасите. Вот этот кораблик стрела тоже хорош. Наплакатель висит. Вот этот, что ли? Да. Это один из стартовых кораблей, стоит $45. У него и трюм сзади есть довольно просторненький, если я не ошибаюсь. И выглядит он так довольно приятно.
Ты уже здесь был. Да. Вот это вот 33-е, это у нас что? Ага, это я там был. Ра-та-та-та-та-та-та-та-райсия. Помню я эту сферу, но может да, быть... Да, на этой сфере мы вылетели. А, не-не-не. Ты в корабле вылетел. Может быть, что где-то здесь... Твою мать, как так? Как это получается у тебя, я не знаю. Ладно, назад. Просто кругами ходим. То есть это намек на то, что она не такая уж и большая, как нам кажется. Red Development Division. Как дурачок просто бьюсь о стекло. И она открылась. Нормально. Привет. Something I can help you with. Make a pickup. Set it down. Let's see what you got. Это он мне так подсказал дорогу? Элеваторы. Это меня обнадеживает. Тупанули мы с тобой, Витя. Надо было за игроками побегать. Блин, точно. Куда они двигаются-то? Точно, точно. О, слушай, я понял, все. Сейчас я здесь. Вызову свой корабль. Наверное. Трейдинг консоль. Нет, очевидно, что мы здесь покупаешь здесь. Да. Здесь трейдинг хендшипинг. Нет, мне кажется, что вот где-то здесь уже можно заказать свой корабль, чтобы его сюда доставили и уже дальше что-то делать. Откройте, пожалуйста, что у нас здесь. Так, и Норс Лобби. Центр масс. Давай центр масс. Корабль с большими пушками. Ой, точнее, магазин с большими пушками. О, 12 тысяч всего? Прикольно. What? Эта пушка побольше, интересно. Ладно. Этим можно, конечно, долго заниматься, но мне больше всего сейчас интересно
найти выход отсюда и взлететь наконец-то в космос. Ужасе. Сейчас я тупо обратно вернусь и все. Ну капец. Блин, а мне точно дали корабли? Ну откройся же ты. Ну очевидно, смотри, Welcome to Area 18, то есть это люди, которые сюда прилетели. Они сюда прилетели. Он похож на Илона Маска. Выход. Куда выход? Админ. И чё? Я не вижу. Ну то мы в город вышли. Вот мне тоже подсказывают, что где-то оно здесь, блин. Где-то только что был. Потому что, ну, это ты вышел и сейчас ты в центр зашел. В центре площадок не будет, я что-то уверен в этом. Трейд. Ну, здесь в Трейд Дивижн я еще не был, но вряд ли здесь. Так, и чё? Я думаю, это место, в котором буду часто зависать, когда буду идти играть. О, опа-на. А, подожди. Надо купить. Ну да. Нет, я могу купить и выбрать, на какой корабль мне все это дело загрузить, похоже. Только это не то, что я ищу. Вообще не то. Откройтесь.
Может быть, я просто изначально заспавнился не там, где я должен был спавниться. Тебе нужно посмотреть, кто сейчас стримит. Кто обозревает эту игру и с какой станции они взлетают, как. Есть ли эти корабли вообще? Не, сейчас я, в общем, выйду в меню. Похоже, я понял, что нужно делать. Мне нужно сесть на общественный транспорт и доехать до космопорта. А где карта? Раз, два, три. Да ну звездец. Мне кажется, это просто каюта других игроков. Не каюта, а комната. Да, это-то и ежу, понятно. Меня больше волнует, как вообще выбраться в космопорт какой-нибудь. Так, ну давай допустим флор 5. Как я понимаю, это будут другие комнаты. Точно такие же. Да. Ничего нового. Зря я выбрал эту станцию. Надо было выбирать другую станцию. Ёлки-палки. Тик. Тик. Ты знаешь, к кому сейчас спускаемся? Да. В тот же городской ад, в тот же лабиринт. Это все лифты. А, 20... Сколько? А, пардон, мне не прорисовалось. Да. Вдруг нужно просто что-то здесь заказать. А нет. Ладно, логаут. Чувак, ну подскажи, ну куда мне дальше идти? На русском языке желательно. What can I do for you? Make a delivery. All right. Place it here. Что? Что по языке? Сюда сесть? Давай еще раз попробуем с тобой поговорить. Need something? Да, need. Make. Ой. Set it down. Let's see what you got. Ой, еще с таким акцентом жестким, это пипец. Именно еще и британский акцент.
put the delivery down. Я не понял, что он хочет. Так, давай еще раз, чувачок. Need something? Yes, I need make a pickup. You got the wrong person. Сложная просьба. Ты конченый, чё, господи. How it's going? Yeah, it's fine. It's not like this is a really exciting job or anything. They ain't making spectrum shows about what I do. Короче, ты у него что-то личное спросил. Не, Вить, это левый дядька. А я думал, что он меня спасет. И что-то мне такое подозрение, что мы на планете находимся. Ну, конечно, на планете. Хрен с тобой, давай сюда зайдем. Это ж этот, магазин одежды. Да я понял, что это магазин одежды. Вот вдруг тут можно на корабль сесть, да? Только персонал переодеваться может. Weapons. Оружие и снаряга, короче. Тут тупик, Витя. Точно. Тут тупик. Тут тупик. Помогите кто-нибудь. Сейчас, если встретим какого-нибудь игрока, прицепимся хвостиком. Так, направо это мы вернемся обратно. Вот налево мы были, тут корабль стоит. Не здесь. Здесь. Почему? Корабль стоит не здесь, он стоит в этом. Слушай, а может быть здесь метрополитен? Алло, двери открытие. Ага. А, все, вспомнил. Платформус. Вот здесь надо, вот здесь надо заказывать корабли, я помню. Что они в подобных штуках заказываются, но почему... О-хо-хо, наконец-то! Давай сюда, мой фрилансер. Что? Это купить. Ты в отделе купить находишься. Да на юперный театр. А почему? Там же было выбрать. Ты бай-бай выбрал, а другой там был вариант. Sell, продать. Да твою мать. Не, подожди. Бай, купить. Ну да. Если ты можешь купить, то купи. Почему бы и нет? Вот, давайте Мустанг Альфа сюда мне, пожалуйста. Это я типа могу сколько товара купить, да, сюда на него загрузить? Скраб. Да, это я могу купить. Ну, зачем мне это? Зачем? Мне это сейчас не нужно. Мне сейчас нужно вызвать мой кораблик. Вызвать его, понимаете? Интерфенсинг.
Нет, откройте, меня это не интересует. Откройте, пожалуйста. Откройте. Замуровали демоны. Так. А с той стороны, как я понимаю, лифт будет вести в те же самые места. Нет, он здесь куда-то ведет в другое место, но я не могу его открыть. Ну очевидно, что где-то здесь нужно свой корабль вызвать. Так, вот трейдинг консоль нас не интересует. Господи, на панелях еще ТН матрицы стоят, свет меняется под разным углом. Как это ужасно. Теперь нельзя ничего купить. А подойди к админу, что он тебе скажет. Слушай, хорошая мысль. Привет. Need something? Да, need. Мы кружляем тут уже. Что то же самое, пипец. You got the wrong person. Они что, блин, конченые? Они все одинаковые фразы, одинаковые люди. А тут еще, видимо, NPC не очень хорошо проработаны. Но я не понимаю, что мне в итоге теперь делать. Они мне здесь говорят, типа, hello, Туарева. Значит, определенно здесь ангар. Блин. Этот чувак все еще здесь стоит, а уже другой. То есть станция это вообще небольшая. Мы уже везде были. Бум. Ладно, пробуем загуглить по-другому. Японский городовой. Блин. Лететь, колотить. Ты зафейлил? Я был около места уже, где приезжает транспорт. А, я понял. City Light. Где синяя табличка City Light? Вот она. Все, вперед, лететь, колотить навстречу звездам. О, аптека справа. Аптека. Medical unit. Пригодится. Ну только посылку я вам не отдам, потому что у вас документов нет. Ладно, погнали в космос. Ладно, в баню. Погнали в космос, на встречу с звездами. Сейчас тут еще с 6 степенями свободы тебе надо будет разобраться. Вот здесь мы не были, кстати, ведь. Не издевайся надо мной.
Вот сюда, Spaceport, ёпперный театр, платформа 1, чтоб его. Сейчас такой выходишь, а тут Нормандия стоит. Ага. Нет, откройся! Откройся! Твари! Опоздал! Твари, дайте улететь отсюда! Блин! Что? Сейчас жди маршрутку новую. Ага. Блин. Это так смешно было, капец. Такой долгий путь, и тут облом. Да-да-да. Знаешь, как ты на какой-то поезд, когда опаздываешь, и прямо у тебя перед носом захлопывается этот поезд, и все уезжает в другой город. И ты такой стоишь, и ну ёпперный театр. Прям перед носом просто. Ладно, чего уж тут, сейчас сядем, посидим. Сид. Ну, сид, сид. Ну, сид, ёпперный театр. Опа. Назад вернулся, что ли, за мной? Тройка. Может, здесь еще разные маршрутки есть, слышь? У нас нет времени сейчас. Если что, навстречу приключения, вперед. Если что, вернемся, да. Так или иначе, она поедет 100% туда, где мы еще не были. Ну да, это уж точно. Блин. Машинки, конечно, такие себе. Допустим. Ну, это клёвая маршрутка, технологичная, парящая. Давай, на автомате, без водилы. Почувствуем себя водилой космоса. В Японии уже ж есть электрички, которые роботизированы. Поряд? Нет, роботизированные. Вспоминается фильм «Пятый элемент». Смотрел «Пятый элемент»? Да, ну конечно. Так, можно он нас сразу к кораблю подвезет прям? Он нас подвезет в космопорт, надеюсь, где мы сможем наконец-то сесть на мой фрилансер. То есть город, видишь, он просто декорация. Но мне интересно, вот если я сейчас возьму какой-нибудь корабль... Ох, нифига себе, тут движуха. Смогу ли я сесть куда угодно в этом городе? Или мне дадут красный уровень, типа, за нарушение летных правил? Куда навстречу? Так. И чё? Высадил он нас на Береславское шоссе, и чё дальше? Ну, навстречу приключениям. Может, он еще дальше летит? Не знаю, сейчас сначала здесь побегаем. Так. В какую сторону он обратно уедет? Остановка политехническая. А нам нужно было на авиамотор. Вот если... Все, он поехал назад. Все, тогда мы все правильно сделали. Погнали видео дальше. Гоним. Хотя тогда было прикольно, если была пересадка, все дела. Нет, у меня просто было подозрение о том, что он может дальше едет. Как же все-таки это похоже на Mass Effect? Частично. Только как-то более антуражно, что ли, более... Подожди, он мне... Не знаю, мне на Крайзес напоминает. Крайзовская форма. Смотри, ладно. Он следит за мной. Ага. Прикольно. Так, куда мы приехали вообще? Так... Как будто впервые в Москву приехал, изучаешь вообще все эти показатели, куда вообще нужно идти. Уже название платформ уже радует. Не, очевидно, мы здесь определенно можем заказать свой корабль. А ну. О, да. Так, у нас здесь на выбор при бесплатном полете есть 5 кораблей. И я сразу же, наверное... Вот эта Аурора, по-моему, Аурора. Это та, что тебе нравится, если не ошибаюсь, которая такая продолговатая.
Anvil Arrow, это который на шаттл похож американский. Mm-hmm. Если я ничего не путаю. А нет, Arrow это истребитель боевой. Вить, закрывай глаза, тыкай и полетели. Не, фрилансер, фрилансер. Определенно я вызываю фрилансер. Please wait. Тварь, давай быстрей. Так, ангар 2. Thank you for visit. You're welcome, тварь. Мы тебя искали так долго. Да чё ж. Платформ 2. Она-то здесь при чём? Почему же, тварь-то? Так. Так я игра. Я не... Где платформ 2? Вон, смотри, нам даже... Вон указатели есть. Блин. Красавчики. Это чем-то напоминает, опять же, путешествие по Москве. Вот, у тебя есть навигатор, он тебе поможет. Космический корабль. Или, фрилансер. Мне кажется, я вдвойне сейчас сглупил. Мне нужно в какой-то лифт, наверное, сесть. Ну, черт его знает. И отправиться во второй ангар. Вряд ли это прям показывает точное направление. Ага. Космический корабль «Фрилансер» отходит со второго пути. Я такой, я опаздываю. Вот, вот он, смотри, лифт. Вот он. Определенно. Надеюсь, он в продольном направлении двигается. Ага, приехал. Нифига себе, еще прям реально так, приехал. Так, ангар 2. Тут что, мне кажется, что он в продольном направлении двигается. О, смотри, видишь? Да, да, он в продольном двигается. Па. То есть полноценный современный лифт. Оба. Дайте посмотреть, фрилансер. Смотри, тут чувак сидит. Сейчас такой флеш. Встает такой, ну что, ведь погнали, блин. Го. О, это мой фрилансер. Ты посмотри. Посмотри на эту мощь. Два движка. А движки ионные или какие? Я не знаю, торсион. Пофиг. Две турельки с двух сторон. А ну морду покажи мне его. Вот она, мордочка. Нет, прикольный. Моего фрилансера. Стоит. Видишь, его даже охраняют дядьки злые. Да. Так. Ан-225. Ну что, как зайдем? По всему кораблю прогуляемся или с какой кабинки зайдем? Ну давай как космолет какой-нибудь. Ну ведь мы его шукали, блин, на 2 часа. Конечно, прогуляемся, блин. Знаешь, еще аж запах вот этот, знаешь, от новых ботинок вот этот такой, знаешь. Смотри на эту кабину, на эти кроватки. Ух, мне кажется, они удобнее, чем моя кровать. Я не знаю, мне кажется, они такие же, как в плацкарте. Ты посмотри, какая она мягкая. Если только вот это... Нет, это стали. Блин. Да, это сталь. Я же говорю, в плацкарте тогда даже... Так, давай, прежде чем самое вкусное, это кабина, прогуляемся по его грузовому отсеку. О, а это что, это его движок? Снизу. Это арматура, по-моему. Или ты сейчас смотришь на платформу? Может, это иллюминатор вообще? А может быть, это просто зеркало? И он мне вверх показывает? Блин, давить. Чё-то мне кажется, что это да. Так, это жопа. Да, это она может открыться и закрыться. О, то есть ты сюда можешь загнать машинку какую-нибудь, да? Да. То есть это аппарель. Если я не ошибаюсь, я могу загнать сюда какую-нибудь маленькую тачку для майнинга и дальше как-то с этим разбираться. Очень странно, кстати. То есть не странно, мне интересно, это аппарель, она герметична или нет? То есть если ты в космосе откроешь здесь... Точно! Воздух... Спасибо тебе! Я бы сейчас погиб вообще нахрен в космосе без шлема. Мне кажется. Или если бы что-то произошло критическое и была бы разгерметизация корабля, я бы скорее всего погиб. Спустя там несколько секунд. Да. Так. Армор. Хелмет.
Короче, кажется, что ты шлем оставил возле автомата, где ты... Да, и все. Так, все, вроде я одел свой шлем. Давай еще раз проверим. Береженого Бог бережет. Утюг выключили. Так, ну, прогружайся, аватар. Ладно, я думаю, что я все-таки хелмет свой одел. Могу проверить вот так вот. Да, одел. Все, прекрасно. О, смотри, видишь, появились панельки на этот, на мониторе, которых раньше не было. Так. Я не понял, что это за точка такая, непонятно. А, окей. Маячок, наверное, который тебе указывал путь к нему. Так, вот тут, по-моему, есть какие-то еще прикольные штуки. Что? Том Хавкинг, Ирквейзи, Кобот, Ассоциейт. То есть тут место на 4 человека? Да, так. Да. То есть тут, грубо говоря, кораблик на 4 человека. Ага. Ух, подожди, куда это я залезаю? Наверх. Спать. Но я не собирался ложиться никуда. Но знаешь, лучше перед взлетом сохраниться. Присесть на... прилечь на дорожку. Новая фигня. Ну, такое точно. Такое ощущение, как будто, знаешь, ты в поезде куда-то едешь, и там такие же места для сна. Сейчас проводница выйдет. Да. Так, что-то я хотел проверить, есть ли здесь сохранение. Нет, по-моему, нету. Ладно. Так. Встать. О, у меня пистолет. Так, как если встать? Если тут еще голосовой чат есть, это было круто вообще. Что я сделал? Продал корабль, нафиг надо. Сервер, наверное, опять. Ну, по идее, так как я лег в кровать, я, по идее, сохранился, и если сейчас зайду в игру, я буду также находиться в своем корабле. Если бы я не лег в свою кровать, то, заходя в игру, я бы появился бы где-то на станции, опять заново пришлось бы сюда тащиться. Мне кажется, вовремя лег в кровать. Или я сам случайно вышел. Это тебя судьба, короче, сохранила специально. О, гусь. Ну не знаю, пока у меня отвращения нету. Эмоции позитивные. Несмотря на то, что мы 2 часа в район намотали круги. Не, ну интересно, когда кто-то мотает круги, ведь. Да? То есть хочешь сказать, что если бы я выложил ролик, где я 2 часа мотаю круги, людям было бы интересно это смотреть? То это свой кайф в этом. Да? Даже без ускорения, а вот просто так берешь и выкладываешь? Думаю, да. Ну почему бы? Ведь по-любому найдется какая-то аудитория, которая это нравится. Окей, посмотрим. О, смотри, я реально в своей кровати находился. Так, сейчас. Окей. Стоп, что? Где я оказался? What? В лифт. Да, в лифт. What the fuck? А почему нету маяка на корабле? Так, ладно, мы спокойно, мы знаем, что наш корабль находится во втором ангаре. Вперед. Джокер улетел без нас. Спокойно. Я встал в своей кровати фрилансера. Все должно быть под контролем. Ладно, идем обратно закупать. Обратно свой корабль сюда тэпнем. Все должно быть хорошо. Все под контролем. Он не мог взорваться в ангаре. Ведь так? Отключаем чат, он нам не нужен вообще в баню.
под эпичную музыку. Влево, да-да-да. Бегом, бегом, бегом. А, чувачок, вы не желаете поучаствовать в экипаже моего корабля, фрилансера? Нет? Окей. Или вступить в Довангард хотя бы. Да, нет, не надо. Я кого попало, наверное, все-таки не буду принимать, только максимум на новобранца. Фрилансер. Ария 18. Импонтент что? Летит, типа. Статус. Трек. 3 минуты подождать, что? Нет, подожди, трек. Так, а на каком он, на какой платформе? Так, что-то я не понял. Там было нарисовано, типа, вот 2 минуты ждать, видишь? Что-то отчет какой-то. Подожди, я мог поставить на него трек. Он стоит, он в арее 18, я никуда не взлетал. То есть, если я никуда не взлетал... Я не понял, все-таки. Короче, куда он Витя, делся? Надо садиться и сразу валить отсюда. Что значит Payfy? Ну, 2 минутки у нас есть. Impounded. И чё это? Типа 500 уек, и он сразу появляется. Так, давай. Я же фрилансер заказал. Ну, по-моему, да. Ангар 3. Все, все, бегом. Сейчас быро. Назад. Я вижу, у них им нравится стоять. Так, новая мода такая. Так прикольно смотрит вперед перед собой. Откуда тени идут, что сверху? Зеркало, что ли? То есть... А, нет, просто... Да, вот он. А, смотри, под каким боком он стоит. Вернули, вернули. Давай зайдем тогда уже с вот этой части, с карго. Знаешь, тут нужно включать музыку такую величественную, когда какое-то событие эпичное происходит. Какое-то открытие, там, знаешь. Один маленький шажок для человека и огромный шаг для человечества, там. Шлем одел? По-моему, да. Видишь, снизу справа у меня видна панелька. Я джойнет на свой корабль, и получается, я не могу открыть свою дверь? Отойди и подойди обратно. Он прикалывается, что ли? Блин. Типа, давай, заходи. Блин. Ладно. Что мне кажется, что опять лечь нужно? Думаешь? Ну, давай, ляжем. Сейчас, не дай бог, оно вылетит опять. А что если каждый раз, когда мы ложимся спать, игра автоматически закрывается, типа мы уснули? Все, вставай. Wake up. Как встать? А во. Exit. Что за поворот? Exit beta. Не ударься головой, ну говорю же, не ударься. Так. Резиновые коврики, да ты шо? Как здесь ходить шагом? Ты посмотри на эту красоту! Это будто Боинг, блин, это жопа. Боже мой, как это красиво. Тут еще видишь этот, места для другой части экипажа. Видимо, под турельки и управлять турельками. Давай проверим,
для чего вот эти вот части. Так. Ну, Enter. Смотри, иллюминатор сверху. Угу. Ага. Power One. Вай. Так, не. Похоже, это реально для управления турелями. И... Смотри, не гатани здесь. Меню. Weapons. Ох-ох-ох-ох. Это я отключил электричество. Ладно. Как встать? Сейчас он как взорвется просто от каких-то непонятных действий. Сейчас это главного калибра как дашь, блин. Смотри, тут похоже член экипажа может перераспределять щиты. Нагрузку на щиты. То есть какой-то щит отключить, какой-то включить. Это если это так, то это вообще огонь. Так, стендбай. Что значит? Так, окей, это все очень прикольно. Как мне встать? Это было сейчас страшно. По звукам. Как мне встать, ёпперный театр? Так, опции. Control. Alt. Shift. Tab. Caps Lock. Q, E, R, F. F. Z, X, R, T, U. U. Клавиша У, как у русской. Вот. Сейчас кто-то такой... Главный пилот садится всегда слева. Понятно. Закосил справа, да? Капитан корабля. Ох, ну все, давай. То есть два пилота и два кого-то. За Ан-225-м... Мрия сидят, по-моему, 6 человек экипажа, поэтому это еще мало. Смотри, какой интересный руль. Штурвал. Давай, выпустить закрылки. Включаем. Посмотри на эти все переборные панельки. А кнопочки-то я могу нажимать? Что я нажал? Почему все красные? Нет, почему все красные? Что я сделал? Блин. Они начали бегать, ты слышишь? Они начали бегать вокруг. Я нажал вот эти вот кнопочки. Что я в этих кнопках нажал, я не понимаю. Я вам зла не хотел, но что-то... Смотри, Ария, она красная. Почему она красная, это Ария? Они начали бегать, ты слышишь? Угу. Взлетаем. Я еще ни разу не был за штурвалом корабля, я его сейчас разобью нафиг, сразу же. Шатдаун, квантум драйв. Ну не, подожди, вроде он в меня не целится, вроде все нормально. Так, engine on, смотри, чтобы ты маршевая сейчас не запустил, блин. Не знаю, тут есть такая фигня? Мне кажется, это включение двигателя в общем. Просто рискнем? Завести? Ну, смотри, сейчас маршевая рубанешь, полетишь вперед, блин. Блин. Вот эти что за кнопочки? Вот смотри, я нажимаю на эти кнопочки, что-то происходит. Прикинь? Почему-то не пишется, что ты делаешь вообще. Да, но я их нажимаю, и оно работает. Open, press to unlock. Так, блин, ну это, конечно... Ты посмотри, как все отражается.
Только мне не нравится, что здесь все красное стало. После того, как я нажал какую-то кнопочку, что вот здесь вот находится. Что если я ракету даванул? Куда-нибудь. А это что такое? Ладно, блин, по-моему, нужно сначала включить движки. Вроде маршевые не включились. Так. А куда лететь? Там может потолок. Стоять. Контрол вниз. Так. Так, это у нас. Ох, массу уже чувствуется, масса есть, блин. Да. Так, спокойно. Сейчас мне нужно повернуться налево. Спокойно. Куда лететь? Нет, не врезайся ни во что, пожалуйста. Так. Аккуратно. У него еще движки такие клевые, что они, вот эти, помнишь, вот эти вот два движка маршевых. Они у меня сейчас смотрят вниз. Ну-ка, сейчас. А, нет, сейчас они не смотрят вниз. Аккуратно! Японский городовой. Так, стоямба. Как корова на льду, блин. Стоямба. Стоять. Корова на льду, это мягко говоря. Так. Аккуратненько. Пожалуйста. Ни во что не врежься, не надо. По-моему, вот слева как раз и выход есть. Да? Сейчас мы тогда вот так вот, по-хитрому. Оп. Стоять вниз, вниз. Ай, блин, просто зелененько. Выпустите меня. Может быть, не нужно было какое-то разрешение на взлет запросить? Какой фейл. Аккуратненько. Так, ну я понял, чтобы стоять. Вперед. Стоять, все, стоп. У меня ракеты сводятся на него, прикинь. Эти все ребята теперь мне враги. Они, очевидно, мне теперь враги все. Похоже, я взлетел, не запросив разрешения на взлет. Из этого или нажал какую-то кнопочку, и что-то произошло не так. Потому что после того, как я нажал какую-то кнопку... А, или подожди, а что если мне вообще нужно наверх? Пробуй. Так, сейчас рискнем. F. Нет, наверх нету выхода. Мне кажется, не хватает иллюминатора и какого-то датчика, который мне будет показывать, что творится вообще сзади. Что творится сзади? Корабля. Типа вид заднего. Ну, ты меня понял, камера заднего вида. Блин, как мне теперь вообще взлететь отсюда-то? Так, мне кажется, если сейчас приземлюсь, меня повяжут сразу. Но что нам остается? Нам же не взлетать. У меня ракеты сводятся на этого чувака. Это, мне кажется, обычный патрульный. Аккуратненько. Я в каком сейчас пространстве? Ты перевернул. Я не могу понять. Я смотрю их прям в лимонатор. Стоять.
Стоять, ну блин. Так. Пипец. Да это ужас какой-то. Стоять. Так, аккуратненько садим корабль. Граждане сейчас смотрят на меня, как на дурака. Так, стоять. Буква У встать. Да? Буква У же? Угу. Да, встал. Ох, первый блин комом. Надо теперь проверить, не убьют ли меня при выходе вообще отсюда. Я прилетел. Смотри, вроде не атакует меня. Привет, Джеймс Бонд. Блин, ну... Ты видел, сколько презрения было в его глазах? Да. Так, Витя, ну логично, мы должны дать запрос на взлет. Логично. Ну, должен... Вот эти же закрылки, мне кажется, они должны открыться. Вот просто люк этот, да, он весь намекает на то, что тебе просто вверх нужно взлетать. Тебе некуда взлетать, потому что, ну... Некуда взлетать. Надо посмотреть, как люди запрос на взлет дают. Клим, ты посмотри, я чуть его не сломал вообще. Нормально, нормально. Ты чуть дядьку не сломал, который стоит вот. Блин, точно. Капец. То-то у него было столько презрения в его глазах. Смотри, еще чуть-чуть бы. Ну, движки у тебя, кстати, включены почему-то остались. В смысле включены? Ёперный театр. Я встал, но не отключил двигатель. А вот этот вот, зайди в трюм. Выход наверх, прям наверх посмотри. Это куда? Это чё? Может быть, это стыковочный узел? Может, это просто, чтобы груз передвигать? У меня подозрение, что это кран-балка просто. Да, это кран-балка. А, вот он. О, пипец, Витя. Стыковочный шлюз. Так, ну и как? Откройся. Нам его открыть. Что такое? Исчез корабль. Ага. Так, блин, это сейчас смотрится круто, только я не понимаю, как вообще запросить взлет, разрешение на взлет. Окей, ладно. Так. По-моему, на руку надо смотреть. Я смотрел одного дядьку. Как-то они по-другому запрашивали. Но они запрос на посадку давали. Ладно, давай рискнем и просто взлетим вверх. Там, мне кажется, оно автоматом не откроется. Аккуратненько. Если ударимся, то очень-очень-очень медленно. И смотри, они перестали быть мне красными. Так, окей. Так, стоять немножко вниз. Ага. Так. То чувство, когда сел за транспортное средство, не сдавая на права. Mm-hmm. Я такого не делал. Просто говорю по ощущениям. Похоже. Образно. Нечто подобное. Вот синенькая кнопочка, почему она моргает? Уничтожить, да? Я не нажал, что-то произошло. А ну, люк не открылся случайно? Давай я лучше заново на нее нажму. Что-то закрылось. Жесть. Опен, чё там? Чё опен? Справа было. Меню. Self-status. Меню.
Откройте кто-нибудь. Что за пул Quantum Drive? Нет, мне кажется, Quantum, это плохая Quantum идея. Quantum Drive отсюда ты не сделаешь. Видимо. Определенно. Я такой Engine Off нажал и бух, упал на место. Так. Что это за таргет статус? Ага. Понятно. Комс. Лендинг сервис. Вызвать. You are clear to launch. Хвала небесам! Витя! Смотри, это космос! Полетели отсюда! Тихо-тихо-тихо, пусть до конца откроется, тихо-тихо. Стоять, куда ты делаешь, куда ты его ведешь? Хвостом, хвостом зацепился. Вперед, 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 просто вперед. Все. Коксу. Ядрить, колотить. О, взлетели ведь. Спустя три часа. Вы еще меня благодарите? Ну хорошо, что хоть не стреляете. И нету красных точек. Большого мобильного количества. По-моему, это просто отображение целей включил, и тебе высветилось все, почему можно стрелять. Угу. Мне кажется, что если у меня торпеды начали сводиться на союзные цели, то это не союзные цели уже были. Хороший знак, да? Да. Блин, ну ты посмотри просто на эту красоту. На этот ночной город. На эти звезды. Полетели, Витя, в космос. В космос? В космос. Включаем движки на полную мощь. Смотри, показывает высоту вот здесь. Угу. На этот, сколько же у нас сейчас земного притяжения коэффициент? Не выводится нигде G. Сейчас, подожди, ищу. Так, сейчас я только возьму немножко ниже этот наклон, выровняю корабль. Все, сейчас я буду искать. Так, это что-то связано с космической темой, как я полагаю. Блин, ёлки-палки. Жаль, я не вижу. Так, сейчас я тут обратно введу статус моего корабля. Смотри-ка. Это такой бум, да, пока отвлекся, что-то врезался. Смотри. Смотри, смотри. Под нами планета. Ну-ка стоять, я хочу посмотреть на это. Ну, в стратосферу мы уже вылетели. Ну да. О, смотри, кто-то улетит. Mm-hmm. И чё он остановился? Ты высоту не теряешь, Вить? Теряю немного, но мне просто интересно, кто это такой и почему он остановился. Или это... А, это мои орудия, наверное. Потому что они следят точно за моими движениями. Ёлки зелёнки, ты посмотри на это. Город большой. Еще и музыка такая спокойная, наверное, под эту тему. Так, сейчас мы остановим двигатели. Ты что, хочешь на аэродинамику его проверить? Я останавливаю маршевые. А, то есть, чтобы он вперед не шел. И все, ну-ка, теперь, если я зависну, то я, наверное, не буду терять высоту. Да, он фиксирует положение уже своим другим двигателем. Витя, а сможешь этот качество поменять? Бо я вообще нифига не вижу на панелях. А, сейчас понял. Попробую.
Главное, чтобы ты не вылетел сейчас никуда. Так, теперь тебе все видно? Совсем другой вопрос. Вот, смотри, смотри на вот это вот все. Вижу. Честно говоря, мне сейчас хочется просто вот позависать и понаблюдать за городом с высоты. Над нами космос, под нами планета. И мы где-то посередине. Включаем маршевые и выходим уже в открытый космос. Интересно, где показываются параметры целостности моего корабля? Ну да, по вооружению я пока что, скорее всего, получу люлей, если с кем-то столкнусь. Потому что я тут вижу только две пушки пока что. Вижу пока что. О, кстати, смотри, я не зажимаю клавишу вперед, чисто маршевые идут. То есть не нужно удерживать клавишу V вперед постоянно. У нас здесь показываются параметры, насколько высока мощность маршевых двигателей. Если зажму Shift, то будет какая-то суперскорость. В инженерах точно так же. Там даже тягу регулировать можно было. Так, пока я тут лечу. Интересно, что он тут по вооружению? Японский городовой. А ну-ка. Нет? А то я подумал, что это весь мой боезапас, что у меня сейчас есть. Что? Я отключил движок? Ты вырубил вообще все. Прикинь, я его вообще не управляю теперь. Он сейчас просто падает на планету. Ну да. Так, сложно. Поворон. Поворон! Поворон! Так, нормально. А то его уже начало этот, в штопор брать. Так, окей. 21, что, миль или километр? Наверное, 21 тысяча метров, мне кажется. А, если метр в секунду слева, значит, это метр. Значит, ты на высоте 21 километр. Так, стоять, а где планета? Ух ты ж, вон она как мы. МКС, по-моему, на 200 километрах летает. Трика, тут какой-то центр. Это, кажется, то самое место, где мы возрождались и блуждали очень длительное время. Угу. А это похоже на тот самый космопорт, но это не точно. Черт его знает ведь. Знаешь, что интересно? Мы сейчас, конечно, можем в открытый космос отправиться, а можем попробовать приземлиться где-нибудь вот здесь вот около зданий. Пробовать? Проверить открытость этого масштабного города. Мне кажется, это просто текстурки ведь. Что-то мне тут говорят, что кто-то что-то просит. Уек. Так. Похоже, какой-то игрок какой-то квест ставил. Хм.
Ну, интересно, конечно, протестить открытость мира. Вон, ты увидишь вот этот участок города. Mm-hmm. Направимся туда. Кому туда направляемся, мне интересно. Это я могу включить? Так, ладно. Так вот, сейчас проверим. Хотя, все равно это плохая идея, сейчас как по инерции улетит. Мне кажется, пункт. Тут такое понятие, как аэродинамика должна быть. То есть, по идее, ты можешь вырубить движки и просто лететь. И не тратить топливо. Да, ты прав. Он при этом сам отключает уровень своих движков. Потому что скорость и так есть. Ага. У меня получается, если сейчас отключу свои системы. Или при нажатии какой-то кнопки, наверное, можно отключить балансировку. А так у меня сейчас дополнительные движки, и, мне кажется, занимаются балансировкой моего корабля. Носители инерции. В инженерах такая фигня есть, но она там на букву Z. Вот, видишь, смотри, вот они. Угу. Клёво. Так, ладно. Давай тогда сейчас вот как сделаем. Рискнем, так скажем. Хотя, подожди, мне все равно нужно в определенном направлении двигаться. Мне нужно двигаться по направлению вот к этому городу, допустим. А нет, стоп, не к этому. Да елки зеленки. Я почему-то пытаюсь именно на себя тянуть вниз, типа вверх. Вот как положено. Я довольно медленно передвигаюсь, конечно, сейчас направляюсь просто в те же места, где я уже был. А меня интересует, ну, допустим, вот эти вот маленькие огоньки. Вот на них лечу. Ага, то есть я могу здесь любые нужные мне параметры выводить. Прикольно. Так, я приближаюсь уже точнее к какому-то городу. Что? Zone Combat Prohibit. Блин, ужасно английский, ладно. Мне кажется, ты просто приземлиться здесь не сможешь. Мы сейчас поглядим. Мне кажется, что у меня сейчас за полет в городских, гражданских территориях на космолете дадут втык власти, и мой корабль будет уничтожен. Сейчас посмотрим, насколько Star Citizen открытый. По идее, его можно определенно на любую часть планеты. Мне интересно, что будет в городских условиях. Так, я падаю, что ли? Не, нормально. Контролируется корабль, хорошо. Вперед. Ага. Да. Они меня предупреждают, что типа дальше и в глаз. Ну-ка, если я буду пытаться приземлиться? Не, запрещает. Окей, я понял. Если я сейчас приземлюсь именно здесь, в городе,
мне дадут втык. А если я приземлюсь где-то в другой части планеты, вне города, то будет нормально. По-моему, ты не вертикально взлетаешь. С чего ты взял? Ну да. Выше подними, еще, еще, еще. На 45? Ну... И дави. Ракеты вообще под 90 взлетают. Эффективнее всего под 90 взлетать, ты топливо меньше потратишь. Окей, давай попробуем. Я ж не знаю просто, насколько тут движки у тебя мощные. Все, дави, дави. А он и так на полную. На 85. Включи на правую менюшку, выведи нагрев двигателей. Mm-hmm. Ты там только что выводил. Вот где ты менюшку редактировал. Угу. Хит выбери. Это нагрев движков твоих. Там графики были. А вот понять, где маршевые, где кто? Ну просто, сейчас я отключу маршевые. И выводится ли маршевые отдельно? Ну смотри, сейчас я включаю их, включаю турбо. Заметил, да, скачок? Сразу же. Мне кажется, это общая система охлаждения корабля. Мне интересно, когда выведется у тебя открытый космос? Посмотрим. Почем понять? В принципе, должна высота пропасть, если ты в открытый космос выходишь. Ну еще не взлетели. Ух ты ж. Нифига ты даешь. Повело. Так стоять. А вот эти вот стрелочки, которые ты говорил за курсором у тебя, за главным прицелом, вот вводятся, это твоя траектория полета. То есть нет. Куда... Мне кажется, это траектория моих пуль, видишь? Это не точно. Нет, это траектория движения твоего корабля.
То есть ты сейчас смотришь в одну сторону, получается, а корабль летит тебя туда, куда указывает вот эта вот фигня. Ну а да, я сейчас делаю стрейф влево-вправо, вот он подстраивается под него. Ну, в принципе, при стрельбе это тоже помогает, потому что упреждение поможет брать, но тем не менее. Еще не взлетели. В чем прикол? Еще не взлетели. Уже 44 километра. Да, дофига. Прикольные иллюминаторы. Блин. Я кайфую с вида этой приборной панели. И от того, что я что-то здесь нажал, и что-то произошло. Вот эти кнопочки. Потом приборка надоест. Захочешь новый корабль, купишь новый корабль и будешь кайфовать с другой приборной панели. Ага. А вот что вот это вот над, под кружком? Четыре кнопки. Что это такое? Наверное, это карта. Ну, мне именно я за кнопочки говорю. Они не юзабельны. Скорее всего... Просто нету никого на радаре, чтобы что-то здесь нажимать. GSAV 00. Блин, GSAV. И чё это за GSAV? Я чё-то не обратил внимания на него. Когда оно там менялось, не менялось вообще. Но здесь тупо нету пушки, скорее всего. А, GSAV, это, по-моему, перегрузка твоя именно на корабле. Когда резко повернешь, большая нагрузка будет. И, возможно, можно будет сознание потерять. Сознание. А, есть такое, да? Да. Прикольно. То есть тут резко не развернешься. Человеческий предел, по-моему, 9 или 12, 12G, но я не помню. Ну, желательно до 9 и до 8 не доводить. То есть это тебе нужно на большой скорости и повернуть куда-нибудь. У меня баллистические патроны, это значит, что у меня ограниченный запас снарядов. То есть у меня 700 осталось в каждой пушке. Блин, ну круто. Круто, что все эти приборные панели вот как есть на живую, грубо говоря. Семьдесят две тысячи метров. Что-то так медленно взлетает, я не могу понять. А я пытаюсь включить более быструю, но почему-то ничего не происходит. Скорость ты не меняется. Ты крутил параметр именно. У тебя на 25% он загружен, по-моему. Там высвечивалось. Какой параметр? Вот это вот, видишь, тхраст. Слева. Да, вот ты его крутишь. Что ты делаешь? Я нажимаю Shift, который якобы... О! Все, мы вышли в открытый космос. Все, пропала высота. Ха-ха. То есть тут уже гравитация 0. Вот мне интересно, в салоне у тебя есть какие-то
генераторы гравитации или есть, нет? Есть, есть, скорее всего. То есть ты летать по салону не будешь? Не буду. Мне вот любопытно, можно ли его отключить? Возможно, оно отключится, если ты вырубишь все системы корабля. Проверим. Только ты учти, ты сейчас двигаешься. Мне так кажется. Ну-ка, сейчас, подожди-ка. Движки относительные у тебя включены, не включены. Сейчас как нас штопор возьмет? Давай-ка, давай проверим вот что. Я встаю. И за штурвалом. А теперь могу ли я отключить движок? Да, смотри. Не садясь. Оф. Отключил. Отключить, отключить электричество. Ну, меня никуда не это не кидает. Любопытненько. Это состояние нашего электрогенератора? Или это карта галактики? Похоже на карту галактики. Точнее, системы. Так, вот тут, тут не открывай. Да, я знаю, что это. А это я могу открыть. Это будет доступ в открытый космос. Шлем у меня одет, поэтому все нормально. Только смотри, у тебя корабль на скорости. Стоять, еще. Стоять, нам нужно назад. Назад, назад. Фух. Корабль же у меня. Летит. Не падает? Но движки работают. Поэтому корабль, очевидно, вниз никуда не улетает. Да не, он не должен. Тут уже земная гравитация не должна работать. Ну, грубо говоря. Очень грубо говоря. Я движки, получается, не отключил. Ё-моё, с маячками, со всей фигнёй. Прикольно. Сейчас какой-нибудь космический пират влетает в корабль. Ой, а я закрылки не убрал. Может быть, поэтому я не мог выйти на гиперскорость? И шасси тоже не убрал. А как их убирать-то? Вот в чем вопрос. Смотри, ракеты мои. Сейчас только достал пистолет, пальнул. И начнется веселье. Да. Так, а как убрать оружие? Ух ты, ты слышал это? Патронов запасных нет. Варпнуться бы куда-то попробовать. Давай. Сейчас только сначала я уберу закрылки, а то они просто отлетят нахрен при варпе. Мне кажется. Ну точнее, это эти шасси. Я пытаюсь найти кнопку, как спрятать оружие, но что-то я не могу ее найти. Окей. Ну, кислород, вся фигня. Где? Где что? Ты только что... А, 87. Все, окей, нормально. 87. Нет, 97. 87 у меня. 87 у тебя топливо. Кислорода. Нет, кислорода у тебя 90, там с лишним. Где нажми, ты, где ты смотришь? Ты... Не, ну ты нажимал только что, что-то. Не понял. Не понял, не понял, что это я. Турель, что ли? Ага. Ух. Турелька. Или погрузчик, или турелька. Турелька, турелька, только я не понял, почему она не активирована, наверное, потому что я отключил движок. Вот ты, когда хотел убрать оружие, ты что-то нажал, и там все высвечивает. О, 100% кислорода, видишь?
баллон заправился у тебя автоматом. Ага. Слева внизу. Понял, понял, вижу. Температура тела твоего, нифига себе. Так. Вот это. Все. Нифига себе, сибесис. Движок мой работает. О, кстати, зашел и слышал, что воздух. Ну, по идее, сохраниться, конечно, хорошо, но я не хотел сейчас ложиться в кровать, оно автоматически как-то получается. Но, в принципе, если что-то произойдет, то я проснусь именно здесь, на этом корабле, в этой надпланете, это уже хорошо. Да ведь? Я ведь проснусь здесь? Так. Как аккуратно он слазит. Я бы спрыгнул. Так, мы включили, по идее, электроэнергию. Ну-ка, сейчас я убедюсь. Упс. Так. Подожди, закрылки. Что я нажал? Что я нажал? Стоять. Ага, я понял. X я останавливаю, C я запускаю. А нет, это я ускоряю. Z, клавиша Z позволяет... зафиксировать или освободить камеру. Клавиша Z в принципе позволяет тебе свободно осматриваться, ни за что не зацепляясь. Так, не понял, что это все мне красные стали. Так, надо сваливать. Что это за точка интереса? Лурия. Без понятия, что это, но вперед на встречу приключениям. Готовимся к гиперпрыжку. Не понял. Клавиша Б. Спут квадрайв. Ладно, давай попробуем по-другому. Сводимся. Ready. И тут, наверное, можно что-то нажать. Вообще все вырубил.
Ну капец, ладно, хотя бы возможность проверить, что будет в корабле. Но... гравитация есть все равно в корабле. Есть еще один прикол, знаешь, что я хочу проверить? Что будет, если я влечу на корабль вверх ногами? Не понял, где мой корабль? Корабль у тебя на скорости улетел. Он же отключен с двигателями, отключенными. Ну а скорость ты не погасил? Блин. Догоняй. Я его не догоню. Фейспал. Я сдался на орбите планете, помогите мне кто-нибудь. Все. Улетел в далекие даля. А что если он вообще в гиперпрыжок ушел? Смотри, как он быстро летит. Да нет, это ты просто отдаляешься хорошенько. Да. Он на постоянной скорости летит вперед. Ты просто пока находился в корабле, ты с ним одной скорости был. Ты даже не представляешь, как мне сейчас стыдно. Я покраснел, у меня уши сейчас красные. Ты посмотри, он все, он улетел в дальний космос. Что мне дальше делать-то? Хорошо, что страховка все покроет, но теперь вопрос, как мне выжить? Что мне делать? В атмосферу входить — это смерть моментальная. А я могу его вызвать? Чубик? Кораблик, прилети ко мне, пожалуйста. Так, фрилансер. Такс. 11 километров, зашибись. Точно, я не подумал о том, что у меня в космосе-то сохранилась инерция полета. Ну прям дофигища сходств с инженерами. То есть, я войти в эту игру без проблем. Боже, это, если я вставлю это в ролик, это будет так смешно. Знаешь, просто это вот Роберт Би, Роберт Би, видишь же этот вот прикол? Та-т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 а. Капец. Я знаешь, сколько таких кораблей потерял? Вот так вот. Когда он летит на предельной скорости, а я вышел с кабины нечаянно. Ну, в данном случае это было не нечаянно. Я просто тупо увлекся и не подумал об элементарных вещах. Самое смешное, что я знал, что он, когда выходит на скорость в открытом космосе, он сохраняет свою скорость. И дальше движется по инерции. Есть даже такой мув. Ты движешься вперед, отключаешь эти двигатели свои ведущие, и просто разворачиваешь корабль. И продолжаешь двигаться в противоположном направлении. Ну да, да. При этом можешь стрелять по врагу, который тебя преследует. Да. Я об этом знал, я просто тупо увлекся и забыл про элементарные вещи. Ну ты посмотри, все. Что мне теперь делать? Суицид и воскреснешь, наверное, на кровати. Русские не сдаются, нужно найти выход из этой ситуации. Я слыхал, что можно создать квест игроком. Мой фрилансер улетает. Мы так долго его пытались достать. Ты посмотри на это. Подо мной планета, надо мной фрилансер, который улетает от меня куда подальше. Еще я сохранился в кровати. Есть шанс, что если я сейчас попробую перезайти в игру, то я зайду, появлюсь на своей кровати. Это один из выходов из этой ситуации. Есть еще один вариант. Я сейчас попробую создать квест какой-нибудь. Если это вообще возможно. Создать квест, чтобы люди меня забрали и подкинули на фрилансер. Это будет интереснее.
Ты смотри бы, у тебя кислород не вечный. Кстати, точно, ты прав. Что у меня по кислороду? Кислороду 95%. Надолго еще хватит. А в этой панельке у нас как? В этой панельке, по-моему, О2. 96%. Вот она. Угу. Кстати, а по температурке? Мне не холодно? 36 градусов. Разве в космосе не ниже температура? А, конечно, ниже. Но у тебя но скафандр. Но тебе же скафандр супер-супер-пупер современный. Ну да, тоже хороший аргумент. Так, окей, ладно. Вроде где-то в журнале можно создать свой квест. Как это сделать? Блин, мне так стыдно. Просто взлетел вместе с ласточкой и ласточку отпустил, мол, лети. Да, теперь ты свободная. Она такая, да, я свободна, 30 километров. 30 километров. Сейчас будет 31. Блин, ну такой красивый звук, это вообще. А ты не можешь разогнаться, да? Да нет, ты что? Как я в скафандре догоню корабль, который набрал свою максимальную крейсерскую скорость и улетит по инерции? Он ее не сбавляет, это же космос. Ну, а ты тоже не будешь ее сбавлять. Он будет лететь быстрее меня. Его крейсерская скорость... Он на крейсерской скорости дальше летит сам. На крейсерской. Нет, ты вырубил все движки, он просто летит. Да, он просто летит на крейсерской скорости. Так откуда ты знаешь, насколько она... Ну, потому что я на максималку скорость брал, а потом отключил двигатели. А ты не предполагаешь, что ты что-то упустил, и он сейчас летит не настолько большой скорости, и ты его сможешь догнать? Не, я видел, с какой скоростью он от меня изначально удалялся. Я его не догоню в скафандре. Сейчас буду создавать квест. Ну вот смотри, чисто из интереса. Вот сейчас я буду лететь в его сторону. Я лечу в его сторону. Все, вроде набрал скорость, отпускаю. Я продолжаю парить в его сторону, правильно? Так нет, получается, у тебя тоже, может, тут гасители стоят. И ты свою скорость загасил сейчас. Ты попробуй жать за ним лететь. Так, у меня, кажется, ограниченное количество. Смотри, видишь топливо у меня? 81% слева. Угу. Сейчас я отжму вперед. Блин, вот не видно. И оно у меня закончится. Скоростью летишь. Ну правильно, это же скафандр, причем самый дешманский, мне кажется. Самый первый. Но это не точно. Короче, ладно. Не исключу. Чем быстрее. В любом случае, я могу пробовать, конечно, что-то подобное делать. Но сначала мне в любом случае нужно запросить помощь людей. Нет, ты двигаешься. Ты не погасил ее. Тогда хорошо. Ну да, я вижу, что я двигаюсь. Окей. Сейчас будем создавать квест. Контракт. Персонал. Может быть, beacons. Create beacon. Вижу справа. Сейчас посмотрим, что тут еще есть. Personal. General. Beacons. Create beacons. 4000 юек. Personal transport. Destination. Тут есть, я дурачок, грубо говоря, вышел из своего корабля на полном ходу, и дальше вы знаете. Ладно, эскорт. Any rep level. А, блин, а почему я не могу описать свою проблему? Вот это вот фигово, что они не продумали возможность описать свою проблему. Или я просто не понимаю, как это все делается.
Ладно. Сейчас прилетит кто-то, и ты как ему опишешь? Кстати, надо точно, надо узнать, как применять voice chat. Сейчас посмотрим, может кто-нибудь возьмет мое задание и спасет меня и мой фрилансер. Который уже на 41 километр от меня улетел. Вот, я сейчас в сторону своего фрилансера полечу. Космос, космос аж позеленел. Со стыда, да? Не-не-не-не, ты приличную скорость набрал все-таки, ведь. Я его все равно не догоню. Видишь, он у него количество цифрок увеличивается. Да вижу, вижу, я же уже говорю. И он слева, у меня 80% топлива. То есть, если буду постоянно ее прожимать, то я тупо потеряю свое топливо в скафандре. Еще неизвестно, кто-нибудь откликнется вообще на мою просьбу или нет. Эперный театр. Ладно, сейчас пока я лечу туда, мне нужно посмотреть, как вообще говорить в игре. Так. Хотя я так и не понял, как убрать свои закрылки. Точнее, эти, в шасси. Сейчас пираты там найдут твой кораблик, такие на абордаж пойдут, а там никого у нет. У него открытая, у него открытый трюм, его могут угнать. Как говорить в войс-чат игры? Ужас какой! Пиши слэш-админ. Ага. Сейчас флеш прилетит, порешает. Эх, как же мне здесь использовать войс-чат игры? Войс-чат, войс-чат, войс-чат. Нету. Нет, он должен быть. Accept invite, reject invite. Окей, это понятно. Всплывают всякие разные вот эти вот... Помнишь, у меня были справа сверху всплывающие уведомления? Их можно принять или отказаться. Вот, здесь получается справа игнорировать, слева принять. Это на клавиатуре вот это вот, над энтером, которая. Около Enter. Буква Х и буква твердый знак, короче. Видите, это сейчас максимально забавно выглядит. Тупо в открытом космосе летишь на бешеной скорости со своим кораблем и разбираешься, что там. Я хоть не приближаюсь к планете, это меня радует. А то если бы я еще по какой-то причине уходил к планете, то это вообще жопень была бы. Капец. Жаль, не показывает скорость твою. Ну да. Вот сейчас ты, по-моему, затормозил. Ну я сейчас все равно, я... Слышишь шум? Да я слышу, движки работают, но... Угу. Блин. Видел, что там цифра 45 на 46 поменялась? Да. Ну вот, это же пень. Он от меня удаляется, несмотря на то, что я его пытался преследовать. Так, контракты. Мне кажется, у меня кислород закончится раньше, чем кто-то прилетит меня спасать. Сейчас кто-то примет контракт, деньги получит, а за тобой не прилетит. Не, мне кажется, он получит только в случае, если я завершу этот заказ. Капец. Я так и не понял, как мне... Мне кажется, что сейчас здесь одни новички. И тупо никто из новичков даже не додумается. Слушай, подожди-ка. Чат игры. Точно. Help, please. Эм.
русские есть? Не понял. Прикольно. Я какой-то ксенон, знаешь, какой-то ксерк, который не знает, не знает человеческого языка, и просто вопросиками пишет. Во, во. Hello. Now I'm in open space. My ship going top. Я не понял просто, как сказать, что он ушел вперед. How can save me? Кто может спасти меня? Не знаю, правильно ли я все написал, но чую, что у меня большие проблемы. Так, виз. Я правильно написал слово «с»? Витх. Это если с чем-то. Виз — это «с», да? Вич — это, по-моему, вообще... Ведьма, да, ведьма. С ведьмами. Да, виз ми. Что значит «рефил»? Что значит refill? Так, принять. Кажется, твой корабль на орбиту ушел, Вить. Какую орбиту он? Во, смотри, смотри! Человек летит ко мне! 59 миллионов километров. Точнее, метров. Или километров, точно не знаю. Похоже, километров. Помощь. Нет, реально, 59 миллионов километров. Он вообще, наверное, в другой, около другой планеты находится. Да-да. Капец. Это так забавно. Эх, я пока что буду лететь в сторону моего фервансера. Нет, видишь, уже сколько времени прошло, а 50 километров остается 50 километрами. Ну, видишь, он 51. Ну, тем не менее, растет медленнее, как по мне.
Но я буду лететь в его сторону, чтобы человеку не пришлось долго. Мне самое прикольное будет, как мы будем догонять мой корабль. И если он так... его не видит. Нет, если он идет. Получается, когда мы его догоним, мне как-то нужно попасть внутрь. Как мы это сделаем, если он несется на своей крейсерской скорости? Один из вариантов – это подпереть его. Один из вариантов может быть пристыковаться к нему. Ну, кстати, да. Да, кстати, добавили стыковку недавно в Star Citizen. Можно стыковаться вот по ходу дела. Да, этот товарищ даже не пытается к тебе лететь. Не, он пытается, он, похоже, пытается найти точку интереса и направиться в мою сторону. Сейчас я спрошу, как применять голосовой чат. Раз, два, три. О, есть голосовая связь. Там что-то на растейджинг бешеное обновление гиг 300. Нифига себе. Чего? 300 гигабайт? Гиг 300. Гигабайт 300 мегабайт. А, понял. А то я чуть не опешил. Да нет. Star Citizen меньше весит. Да, он весит около 50-60 гигабайт. Я на самом деле удивился. Я думал, что он весит больше. Блин, Battlefield 4 60 весит. А контента сколько здесь, сколько в Battlefield 4. Ну да, мы тут застряли где-то. Вон, смотри, летит человек на... Вот, кстати, смотри, как быстро летит. В гиперпрыжке определенно. Да, летит. Красавчик. Видишь, 59 миллионов километров, это было забавно. Все, главное, чтобы хватило этого кислорода тебе. Кстати, да, точно. Что у меня тут по кислороду? 78%. Ну, вроде хватает. 5 минут пишет. Он тебе личку написал. Понял, принял. Так, а как писать в личку? О, все, понял. Таб. Нажимая на таб, можно поменять чат. Понятно, откуда это в Расте взялось. Да вряд ли от этого, наверное, распространённая тема. Нет, я имею в виду, ну, все, ты ответил на мой вопрос. Это именно стандарт. Так, как там, wait, это жду или... Ну да. I wait. Жесть. Человека с другой вообще, наверное, системы позвали. Ну, система здесь одна, но с другой планеты наверняка. Ну да. Он летит с расстояния 50 миллионов километров, чтобы тебя продвинуть на 50. 59 миллионов, почти 60. Поправочка. Сейчас такой бац, он тпшнется к твоему фрилансеру, а где ты? Без понятия. Блин, Саня, надо учить английский. Я, кстати, его учу. Я в лучшем случае где-то к 15 мая смогу на нем более-менее нормально разговаривать. Ну, посмотрим.
Я такой небольшой эксперимент провожу сейчас, связанный с лингвистикой. Если он удачно пройдет, то я смогу разговаривать на английском. Я уже потом позже скажу, получилось мне или нет, грубо говоря, за 2-3 месяца научиться свободно разговаривать на английском. Ну, мысли изъясняться. Смотри, спаситель летит мой. Надо посмотреть, он вообще брал контракт, потому что мне кажется, что он это делает просто по доброте душевной, а контракт вообще потерял свою актуальность. Ты лучше смотри, сколько у тебя... 76. Все в порядке. Ну да, его никто не взял. Надо будет спросить, смогу ли я ему как-то переслать деньги. Блин, вот мне интересно, он видит тебя и твой корабль, или видит только тебя, или видит только твой корабль? А вот я не знаю. Вот посмотрим. Вот как он тебя сейчас найдет? Как там видеть? Си? Си? Ну, си это, блин. Ой. Человек тоже не очень хорошо знает английский. Смотри, 1 километр. Витя, помощь близко. Вот он, спаситель наш. Обалдеть. 1357 километров. Он за планетой находится. А, он сейчас точно, он сейчас точку интереса сменит и будет прыгать по разным точкам, чтобы здесь оказаться. Угу. Жесть. Да мне кажется, он намного медленнее начал от тебя уходить. Капец, я глупо написал. Я написал «My, I understand». Капец, это так. О, смотри, вот он. И к кораблю полетел, да? Блин. Опа. You don't hear me, yes? Семьдесят восемь км. Блин, это, по-моему, он на планету приземлился, или... Не, не на планету, он просто вышел на орбиту в определенную точку. И теперь вот будет сокращать уже на обычной тяге. Не на гиперпрыжке, а на обычной тяге. Интересно, мы сможем вообще догнать мой корабль? Да, к тебе движется. Блин, обалдеть. Будет Михаилу что рассказать, да? Вообще, не только рассказать, так еще и показать. А, ты записываешь параллельно? Да, я решил параллельно записывать, и тут прям контент просто получился. Крутяк. События неординарные. Ни в одной игре я такого не получал, что я получил сейчас здесь за вот это вот время. Как говорится, нашел приключение на свою задницу. Блин, человек с 50 миллионов километров. 60 приведёшь, считай. Просто, чтобы тебя до 50 километров подтянуть. Жесть.
Блин. И вот ты еще, если я не ошибаюсь, на любую точку в этой планете можно приземлиться, куда захочешь. Ну, по идее, должно быть так. Так оно и вроде и есть, если я не ошибаюсь. Просто лететь придется долго вот в разные вот эти точки, потому что... Ну, ты понял, сколько времени я летел вот на своем фрилансере. Ну, до сих пор 53 километра. То есть, блин, расстояние как-то непонятно увеличивается. Метры, метры, Витя, метры. Оба-на, что это такое? Он запустил какой-то сканер. Видимо, чтобы обнаружить мой корабль. Наверное, чтобы тебя обнаружить. За 50 километров никто сканировать не будет. Не, меня он видит, скорее всего. Тормози. Ты ж сам тоже двигаешься. Оба. Все, он стал. Ну да, я пробую к нему подлетать. Best. Просто best. Еще и это. И вот движков какой-то след остается. Пипец. Жесть, это мне вообще корабль из чужих напомнило. Нифигуль. Ответь, он спрашивает, видишь его? А это мой спаситель, смотри. А, он аппарель открыл, видишь? Оп-ли-оп. Как красиво тут у него. Voice chat. Говорить уже можно, да? You not hear me, yes? Hello. Oh, you hear me, yes? Он, по-моему, предлагает тебе за руль сесть и самому долететь туда. Мне так кажется. А. Окей. В одной сит. Смотри, новый корабль. Блин, а как тебе сесть потом в фрилансер? Вот, это вот я тебе и сказал, что у нас теперь будет проблема, он будет лететь на своей крейсерской скорости. Ё-моё, еще и озвучка разная. То есть в каждой компании своя озвучка. Прикольно. Yes, I see my ship.
I new player, if you this mean. Okay, thank you. Главное, не разбей ему корабль, видите? Да, да, это вообще было бы жесть. Я лучше чуть ниже возьму от своего фрилансера. Нет, ты по траектории смотри. Я понимаю, да, но я все равно чуть ниже возьму, чтобы это... Так, CK for Cruise Control. Это я нажал. Окей, нажимаешь клавишу C, у тебя движки работают постоянно на максимум. Ну да. A keep ship moving without need to hold down SVD. Это я понял. Mouse with its speed. Bar on left of hood from one mass to one... Between faster speeds need more time to slow down. My ship going in cruise speed. How I can go in my trim? How I go enter in my ship? Там maybe connect какой-то. Это так прикольно. Блин, обалдеть. Смотри, солнце встает. Сейчас будешь видеть, как солнце освещает планету. То есть тут именно от самого солнца будет освещаться вся остальная планета. Ну, это понятно. Он там тебе пишет, смотри. You should... Где-то на 1-2 километра мне нужно заглушить движки, чтобы не врезаться, как я понял. Need more time. You should be able to open a watch zoom the outside even in space once you jet close. Look for the little white dots snow showing where you normally would jet in. Then FK and enter same as on the ground. Он мне объяснил, как на скорости влететь в этот корабль, но я ничего не понял. Может, предложи, он должен будет его уже видеть. Предложи, может, пускай он приконнектится или еще что-нибудь. Ну, я не знаю, сейчас я сначала посмотрю. Сейчас мы немножко вниз опустим корабль. Определенно должен видеть его на сканере уже. Видишь, вот тут на сканере показывается мой кораблик. Так, как остановить? Как остановить? А, все, понял. Смотри, мне кажется, он сам остановился. Неужели он все-таки теряет скорость в космосе? Относительные движки. Ты же движки вырубил, Вить. Ну, вырубил, но... А скорость-то осталась прежняя? Так, полегче. Предложи ему за руль уже сесть, пускай он там разберется. Угу. You see my ship? I think you better go next. I... Как сказать бояться? Черт знает, сейчас сдаву. I can't
like destroy your ship. Sorry, I better speak English. Намного медленнее он останавливается. То есть ты видишь... Точно! Мне кажется, что сейчас этот корабль просто тоже идет на своей круизской скорости. Что-то я об этом не подумал. Да. Он поэтому типа только и стоит. Воу-воу-воу, maybe we успеем. Даже сказ не говорю. Нет, сервер крашнулся, прикинь. Я даже не успел его поблагодарить. Лоспрей 315, надо добавить. Блин, сервер крашнулся. Блин, Вить. Это круто. Это круто, но я человека даже поблагодарить не успел. Надо его в друзья добавить, не знаю, как-нибудь что-нибудь успеть. Ну, в чате отпишешь. О, смотри, а мы с ним в одной группе, надо его в друзья добавить. И я сейчас, скорее всего, два варианта. Я теперь, так как я у него в кровати не прописан на корабле, я или появлюсь сейчас на станции, все заново, сначала. Или окажусь в кровати своего корабля. Когда-то для меня Раст был таким же загадочным. Ты, капец, тут сравнивать Раст с этой игрой, мне кажется, не очень корректно. Поскорее бы добавили возможность оптимизированно, возможность строить свои базы на планетах, это вообще был бы огонь. Только мне кажется, что сервера будут от этого еще более загружены. Так, я не понял, на что он взял. Смотри, это мой корабль? Или это что? Нет, это не мой корабль. Это планета, Витя. Это планета. Японский вердал, читап. И ты посмотри на эту частоту кадров. Тут, мне кажется, этот сервер еще больше загружен, чем тот был. Ходай.